Доброе утро! Можно ли приготовить полезные кексы без добавления муки? Конечно! И сегодня я вам это продемонстрирую. Мы готовим банановые кексы. Для этого нам понадобится стакан овсяных хлопьев долгой варки, 100 мл молока, 1 яйцо, корица, разрыхлитель и банан. Первым делом банан очищаем от кожуры и ломаем на небольшие кусочки. При помощи вилки превращаем банан в пюре. Добавляем к нему 70 граммов овсяных хлопьев, 100 миллилитров молока, чайную ложку корицы, чайную ложку разрыхлителя и белок 1 яйца. Все тщательно перемешиваем и выкладываем наше тесто в силиконовые формы для кексов. Отправляем их в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 25 минут. Готовым кексам даем немного остыть и подаем к столу. Вот такой простой и вкусный завтрак у нас получился на основе бананов и овсяных хлопьев. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Приятного аппетита!